Чё творим, бро? Меня зовут Сергеони, и сегодня я вам расскажу тайную историю Гренни. Для того, чтобы быть в курсе происходящего, тебе надо посмотреть прошлое видео, где я рассказываю о потерянной версии игры Гренни 0.0.-1. А также для начала подпишись на канал, чтобы вступить в мою суприм-банду и быть выше всех, ведь мы сила. Подписывайся, бро. А теперь и сама тайна бабушки Гренни. Об этой тайне было очень сложно узнать. Я залез на Даркнет, в тот самый черный интернет. И то, что я узнал, меня пугает все еще. Это предыстория той версии игры 0.0.-1. В прошлой серии я рассказывал тебе, что компания, которая создала Гренни, собралась у одного общего друга дома. Его звали Билл. И как позже мы узнали, он оказался жертвой Гренни. А Гренни была его родной бабушкой, которая умерла 40 дней назад. И меня как-то очень заинтересовал вопрос, почему же она умерла? Как мы помним, Билл делал куклы Вуду на всех своих друзей. Бабушке не нравилось то, чем занимается Билл. Один раз она даже хотела ему помешать. И когда Билл пошел в клуб, она хотела уничтожить все куклы Вуду. Но не успела, ведь Билл вернулся раньше домой и заметил ее с куклами в руках. Билл очень сильно кричал на бабушку. В ту ночь у бабушки очень болело сердце. И когда она звала Билла, он даже не выходил со своего подвала. То, чем он занимался там, было очень ужасно. Он пытался приготовить зелье или отраву. Разные источники говорят по-разному. Но суть той отравы была, чтобы убить бабушку. И у Билла получилось сделать ту самую отраву. Только он сделал что-то не так. Позже Билл подмешал бабушке в чай ту отраву. И подал под видом, что это было лекарство. Бабушка выпила и уснула. Навсегда. На следующий день Билл похоронил бабушку. И вечером, когда все ушли, Билл лежал на диване, ничего не подозревал. Как вдруг в дом зашла бабушка. Билл очень сильно испугался. Его волосы посидели за миг. Бабушка спросила: «Что же ты, внучок, решил бабушку убить?» Билл начал убегать. Бабушка взяла биту, которая лежала около входной двери, и бежала за Биллом. Один раз она попала по нему, и на бите остался красный отпечаток. Билл забежал в свой подвал и закрыл дверь. На некоторое время это его спасло. Он быстро достал дробовик из сейфа и ждал, когда бабушка выбит дверь. Когда она это сделала, Билл сразу же выстрелил в нее, и бабушка упала. После она приходила еще два раза, но Билл об этом никому не говорил. Когда я прочитал эту историю, я очень сильно испугался. Ведь кто знает, может быть, она все еще где-то в нашем мире. Теперь тебе надо посмотреть прошлое видео про версию игры, чтобы быть в курсе происходящего. А также смотри прошлое видео, где я разоблачил Room Factory в живости и лицемерии. Тебе будет очень интересно. Ставь лайк, бро, если хочешь узнать еще тайные истории про Гренни. Они очень интересные. Давайте наберем на этом видео 1200 лайков, ведь нам это не сложно, ведь мы же суприм-банда. Кстати, подписывайся на канал, чтобы быть в моей суприм-банде, чтобы быть самым крутым человеком в этом мире. Ведь придет время, и суприм-банда будет над всеми. А на этом все. Оставайся таким же шикарным, бро. И помни, это всего лишь мое воображение.